Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Ге. Полигала, это не кустом оно растет, а именно деревом будет. Подготовили яму, добавили торф, перегной, и для цветов очень хорошая земля, быстро очень приживается, если добавляешь такую землю. Мы такую добавляли, да, газон укладывали рулонный, подобную. Засыпаем сейчас. Обязательно утрамбовать, чтобы не было воздуха, чтобы корни в воздухе не висели. Земля здесь, видите, достаточно каменистая, такой песок, камень. Привязываем это дерево, обвязываем, чтобы ствол не повредился. И привяжем к соседнему столбу для фиксации на несколько дней, на неделю. Потом можно будет убрать, так как здесь наверху сам объект и может быть ветер. Так, чтобы ствол не травмировать, немного прокладываем специальную, типа тряпки, аккуратно привязываем. Сразу же придадим этому растению форму. В будущем мы хотим, чтобы из него получился гриб. Красиво смотрится именно на этом растении, потому что потом у него фиолетовые цветы практически с начала мая до поздней осени он цветет, и зеленый стоит круглый год. Нужно посмотреть, как идет сокодвижение, и ветви уже практически формируем, чтобы вверх они сильно не стремились, а шли вниз. И немножко прищипываем кончики, чтобы они не были разлапистые. Видите, вот здесь стремится вверх ветка, и сейчас мы ее, вот ее как раз таки убираем, чтобы получился такой гриб. Инструмент перед этим обязательно обрабатывайте, перед любой стрижкой. Все, снимаем макушечки, направляем именно сейчас, для того, чтобы впоследствии уже дерево, растение само понимало, куда расти и куда большую силу направлять. И он будет очень симпатичным грибом фиолетовым стоять тут. Те, которые не спадают зонтиком, их оставляем. Первую формирующую сделали, оставляем в таком виде. Вот ту яму, которую, да, 60 на 60 мы для него определили, ему вполне достаточно будет. И вблизи дома это небольшое дерево, и корневая система не сильно развита, то есть она и не будет разрушать строение, как, допустим, могут это делать сосны, ели. И хорошо себя будет здесь чувствовать. Рядом с агавой пестролистной на контрасте очень будет симпатично смотреться такое яркое цветовое пятно, когда будут цветы. И, в принципе, лист зеленый круглый год. Напишите, как вам такая схема у этого растения полигала. Желаю вам красивых деревьев на ваших территориях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами была Георгиевская Татьяна. До новых встреч. Пока-пока. Желаю вам.